Отдел ЗАГС Ненецкого округа предстал перед своими посетителями в новом облике. Там завершился масштабный ремонт. Работы длились несколько месяцев. За это время специалисты подрядной компании полностью обновили большой зал для торжественных регистраций и другие помещения. По словам сотрудников учреждения, реконструкцию провели с учетом мнения самих горожан. Дело дошло даже до выбора цвета. Но уже скоро молодоженов ждет еще один сюрприз. Возле здания ЗАГСа появится сквер влюбленных. Все подробности прямо сейчас. Слишком маленькая и неуютная, такой запомнилась многим посетителям комната ожидания. Вот так она выглядит после ремонта, светлая и просторная. Строители демонтировали перегородку, что позволило расширить общую площадь. Впрочем, главная гордость сотрудников ЗАГСа – большой зал для торжественных регистраций. Именно здесь официально создаются новые семьи. По сути, помещение полностью реконструировали. Заменили окна, как и во всем здании, пол, потолок и, конечно, обновили стены. Совсем недавно он был у нас в бежево-кремовых оттенках. Но с учетом новых тенденций, изменений и в том числе пожеланий фотографов, которые зачастую высказывали замечания по поводу качества фотографий на этом фоне, мы решили в этом зале сделать несколько более классические и холодные тона. Органично смотрится светлый пол, он всегда хорошо на фотографиях оттеняет необходимые цвета. Очень интересные получились обрамления стен. Масштабный ремонт в здании произвела компания «Стройгарант». К работам приступили в апреле. На то, чтобы создать новый облик учреждения, специалистам понадобилось несколько месяцев. Сотрудники ЗАГСа признаются, все работы подрядчикам выполнены качественно, а главное вовремя. Поэтому конечным результатом очень довольны. Были выполнены работы, демонтаж, монтаж всех окон и дверей. Также выполнены все отделочные работы. Мы выполнили работы по замене потолков, поменяли их на более качественные, это натяжные потолки. В принципе, все работы завершены. Претензий заказчика, подрядчику нету. Между тем, уже в ближайшее время возле здания ЗАГСа появится сквер влюбленных. Его возведут в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Проект реализуют по инициативе наринмарцев. Это они предложили властям разбить на пустыре сквер для молодоженов. Здесь появится большая парковка, тротуары, скамейки и малые архитектурные композиции. Вероятнее всего, это будут скульптуры. Цена проекта – 15 миллионов рублей. Выходя из здания ЗАГС, молодожены, я так полагаю, должны видеть красивую перед собой картину, вдохновляющую, чтобы у них открывались перед глазами перспективы дальнейшей счастливой жизни. Имя подрядчика станет известно 10 сентября. Представители компании «Стройгарант», которая выполняла в здании ЗАГСа ремонт, тем временем сообщили, они готовы возвести сквер для влюбленных, поэтому уже подтвердили намерение участвовать в предстоящем электронном аукционе. Олег Атанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».